мышцы должны быть забиты, ЦНС должна быть по минимуму затронута. Разгоняем. Ты вот так придерживай, тебе нормально. Подожди. Братан, ты хоть скажи, я руку подставлю. То есть, чтобы ты понимал, я попадаю туда, где ты не привык. Я тебе задаю тот темп, который ты не привык. Я тебя держу. Нас с тобой двое. Не, памп прям лютый вообще. Прожимай, плавнее. Еще. Два раза. Еще раз. Nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Друзья, всем привет! Вы на канале Окситропин. С вами я, Пахлавон IFBB Pro. И у нас сегодня будет лютая тренировка с самим Александром Федором. Мы находимся в охренительном зале Профи ПАМ, поэтому ждите адской тренировки. Поехали! Собрались. Так, время у нас 15 минут. Что отличает профессионального спортсмена от обычного там любителя еще? Это вот очень важно. Пахлавон сегодня было ЧП утром. Парень оказался без автомобиля. Звонит мне с утра, говорит, можно перенести тренировку? Ну, блин, график реально плотный, со всем уважением перенес, не проблем, потому что ЧП бывает у всех. Не отменить. Перенести. Я говорю, дружище, ну, блин, никак, вот реально все плотно, и сегодня вечером должен уезжать уже. Ладно, я постараюсь успеть. Но реально, то есть где-то далеко человек живет, постараюсь успеть. Я так на расслабончике чуть думаю, ничего страшного, к 10 подъезжаю. Он 10:01 уже был переодет. Вот это называется уровень. То есть человек четко понимает, что если что-то делать, нужно делать что-то через «не могу». Где-то нужно делать усилия. Не просто в этой жизни, а не получилось, нет. То есть надо понимать, если есть ответственность, если есть какие-то обязательства, да, их все-таки нужно выполнять. Это отличает профессионального атлета от непрофессионального, потому что есть обязательства, есть спонсоры, есть те вещи, над которыми, ну, ты сегодня обязан их делать. Есть понятие «должен», а есть обязанности. Обязанности говорят о том, что на тебя можно положиться, говорят на тебя, что можно возложить ответственность. В тебя можно вкладывать, что очень много, что очень важно, да, потому что многие ребята считают, что почему мне никто ничего не платит? Ребята, насколько вы сегодня ответственны по отношению к самому себе и по отношению к тем, кто вас верит? Поэтому вот это очень важный момент, я сегодня очень рад. Ну, представляете, ты порадовал. Было бы, проебался с машиной, проебался с тренировкой. Это было бы просто. Братик, все нормально, все, что делается, поэтому понимаешь? Было. Наверное, ты опоздал для того, чтобы я сказал то, что сейчас будет в камере. Давай, брат, поехали. Так, теперь стоп. Давай немножко сделаем так, как ты привык делать. Мы сегодня поужинаем немножко, да, и не выкидывай меня, да. Ты сейчас ноги начинаешь прожимать. То есть мы сейчас не будем... Я сейчас все сделаю по-другому, не так, как ты привык. Я буду менять полностью. Тебе нужно набрать сил и проникнуть ощущениями в мышцы. Понял? Выпрямляй, поехали. Движение плавное. Раз. Но не останавливайся. Два. Не выбрасывай. Вверху должно быть тут плавно, не выброс, а такой едва дотронулся, не бей. Повыше, но едва дотронуться. Вот. Вот так. Внизу ноги чуть пошире сделай. Внизу ноги пошире чуть. Коленки вовнутрь, а внизу, вот, а коленки вовнутрь. Поехали. Вот так. Вот так, огонь. Вот оно. Еще работаем. Мы лишнего не будем ничего делать, только по факту. Еще. 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 Это очень важный первый подход. Давай. Еще. Еще. Глубже делай. Старайся. Вот прям прожимай, как на сцене, да? Еще. Еще. 10 раз быстро. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Молодчик. Мы сегодня пойдем не за счет веса. И еще раз, я не могу тебе сегодня требовать тебе веса, я лучше буду работать над частотой движения, да, чтобы избежать трав, да, чтобы вот сколько нужно, мы лучше с тобой самостоятельно будем перенапрягать мышцы. Жестче. Каждый подход, который ты делаешь, у тебя будет, вот как на сцене стоишь, вот момент, ты, блядь, самый ответственный соревнование в твоей жизни, и ты борешься за первое-второе место, понял? У тебя внутри вот такое должно быть. Но такая злость, знаешь, внутренняя, через мышцы. Но при всем при этом ты еще должен контролировать чувство, что происходит, куда мы, для чего я, например, тебе колени вовнутрь, ноги расширю, да? То есть внешнее счастье ты должен сразу почувствовать. То есть перекидываешь нагрузку, которую мы делаем, куда она попадает. Сейчас еще постарайся в нижнем положении, прежде чем подними колено вверх. То есть, ну, как бы ты его подтягиваешь, колени подтягиваешь и выпрямляешь. Веса хоть и больше было, но сколько смог. Приподнимать. Я хочу, чтобы ты вот эту часть прочувствовал сильнее. Видишь, приподнял, вот они напряглись. Видишь? Вот. И держишь напряжение и выпрямляешь. Держишь и выпрямляй. Раз. Отлично. Разделение держи. Два. О. Три.
Держи. Давай, чемпион еще. Давай. Три раза. Молодец, вышел. Пошел. Разгоняемся. Разгоняемся. Еще раз. Давай только под пятки подложим чуть-чуть, потому что нагибаешь очень сильно. Да, я хочу спину разгрузить немножко, поровнее будет. И первое движение, которое ты будешь делать, я тебя ограничу, хорошо? То есть, как только я тебя куда-то медленно опускаешься, я тебе скажу, когда подъем, когда вверху останавливаешься, идешь вниз. Движение должно быть, оно будет тебе непрерывным. Важный момент, так глубоко садить сейчас не будем, чтобы поясничку там придержать, да? А потом ты скажешь свои ощущения. Опять же, мы будем пробовать. Это не единственное, не то, что я говорю, что это так правильно. Ты сам будешь сканировать ощущения, которые есть. То есть, вот там мы сейчас нормально затронули, правильно? Теперь от этого упражнения тоже должны выжать максимум с точки зрения, чтобы ноги были бомба. Да, а веса, они в разы будут меньше, но эффективность должна быть больше. А потом ты уже на эту технику можешь накидывать уже и веса. Колени строго носок, вот так. Вверх, вниз. Вниз не падай. И плавно вниз. Вверху не фиксируй, такой плавный. И плавненько вверх, вот. Еще плавнее, чуть ниже. Спинку ровнее. Спину ровнее на меня. Колени вперед, давай спинку ровнее, во, вот так садимся. Вот так, не ниже. Давай, мужик, еще, не остановился. Еще раз. Вот тебе все. То есть, чтобы ты понимал, я попадаю туда, где ты не привык. Я тебе задаю тот темп, который ты не привык. Я тебя держу. Нас с тобой двое. Не наклоняйся. Спину таким образом держу. Колени нормально. У тебя штанга стоит ровно на пятке. Я тебя держу. И поэтому, в принципе, это все органично. Вес небольшой. Этот вес ты сдержишь, твой организм должен выдержать его. Поэтому нагрузки не должно быть сильной. Ни на поясницу, ни на что, ни на колени. Ты сегодня даже ноги качая с такой массой, да, ты должен сам быть в таком, знаешь, как бы нормально. А ноги все, они должны отказать. Это вот самый топ, когда ты тренируешься. Вот это, за это можно любить бодибилдинг, а не когда ты здесь ушатываешься. Поэтому сейчас давай сделаем так, еще. Я с тобой, я тебе помогаю, снимаю лишнюю нагрузку. Тебе попробуем так, чтобы вот одышечку убрать. Понятно, что это приседание, жим ногами, становая тяга – это самое тяжелое упражнение с точки зрения, чтобы сдержать дыхание, да? Но ты все равно стараешься. Возьмем такой ритм, то есть у тебя движение должно быть. Не встал и провалился, а ты вверху. Верхним половиной выдох, вниз уходим медленно и делаем как бы вдох. Я тебе держу, вес небольшой, то есть ты должен за счет дыханием еще сильнее накачать, не за счет того, что много, а дыханием накачать. И посмотри, после этого должно быть меньше одышки. Вес у нас сейчас небольшой. О! Все, еще чуть-чуть, я держу тебя. Все. Два раза. Еще. Сейчас единственный дискомфорт – это дикий памп. Просто, как бы это ни звучало, но, к сожалению. Теперь смотри, очень важный момент – понять, когда ноги уже… Все. Вот тогда мы должны закончить с квадрицепсом и планомерно перейдем на заднее бедро. Я заметил, вот мы как год назад начали реже тренировать ноги, блять, они начали больше прогрессировать. Восстановление, да. Ты вот теперь задумай по поводу спины. Ну, пока есть прогресс, поэтому так держим. Да, но еще имей в виду, если ты уверен, что она восстанавливается. Потому что если ты ее тренируешь, она не восстановилась, а как ты сокращаешь твой потенциал для роста? Я, например, сторонник, когда мы проходили эту историю с отцом, когда тренировались, не часто, а может быть, ей просто внимание больше уделять, может быть, разделить. Это тебе нужно принять вверх-вниз на разные упражнения, просто разделить спину, да, и качать два раза там в неделю. Или наоборот, просто уделять ей больше внимания и тренировать ее только одну. Но по поводу нее будет и перед тренировкой будет питание, и после тренировки питание. То есть она не будет распыляться. Это кровь туда нагнал и сразу пошел питать. То есть сделать все условия. Все условия спины,
но и больше отдыхать, больше питать и тренировать ее более концентрированно. Точечно понимать, где ты тренируешь. Вот для меня кажется, не часто тренировки, но если даже видишь, ты сам говоришь, по ногам отзывается твой организм так. Ноги доминирующие, да, ты их меньше стал тренировать, больше стали расти. Может, и спина так же. Пока следуем плану. Я еще раз. Не, я в плане того, что как раньше тренировал ноги, из-за чего они стали доминированием. Пока смотрим туда же спину как бы. Да. Все. Еще два раза. Еще раз. Хоп. Молодец. Не выпрыгивай там. Продавливай, продавай. Каждое движение вверх продавливай. Еще жестче. Не останавливайся, брат. Еще, еще, еще. Ниже, ниже, ниже. Я помогу. Два. Это, блядь, пиздец. Квадро вообще не слушается. Ну, это все-таки посмотрим на свои ноги, как говорится. Мне нравится. Еще, братик, давай, 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 давай. Чуть ниже. Не выбрасывай, не выбрасывай. Прожимай, прожимай, плавнее. Еще. Еще. Два раза. Еще раз. Так, вот теперь нужно начинать отслеживать момент, когда нужно остановиться будет. Вот это мы упражнение сейчас доделаем. Потом дальше вариант. Или мы на сведение перейдем с тобой после этого, или еще в гаки чуть поприседаем. Еще раз, здесь не с точки зрения твоей силы, упертости. Вопрос, сколько ногам относительно твоей нагрузки. Понял, да? Ну, может, попробовать пару подходов? Я вот еще раз, ты по ощущениям. Поэтому еще раз, здесь нет такого понятия, что слаб. Ну, здесь такое обманчивое ощущение. Вроде я чувствую, что не могу, а по факту получается можно вот так. Вот, потому что зачастую бывает так, что ты головой, поскольку ты парень упертый, ты можешь. Тебе нужно учиться слушать мышцы, потому что когда ты давишь, ты очень сильно перенапрягаешь, видишь, живот надувается, все полностью весь, ты за счет этой силы воли выдавливаешь симптом. А мне нужно, чтобы ты... То есть не подконтрольно, не целевой, да? Ногами не выбрасывать, а подконтрольно, подконтрольно. И в этот момент ты почувствуешь, что, блин, уже все, они не могут. То есть вот это отрубание, это уже первый момент, когда они сегодня уже, может быть, все. То есть это, понимаешь, быть с уважением к мышце, потому что она же тоже на грани, она в какой-то момент, ну, сколько может взять, она столько возьмет. Ты перегружать ее, читинг даже тот же самый, нужно четко понимать, сколько нужно. Когда приехали с Энди, Володь сказал отдыхать, отдыхаем. Ноги не тренировал, получается, почти месяц, ну, из-за соревнований. Температура, я заболел, короче, у меня дома все болели. Вот, и в субботу договорились тоже. Джо Би приехал, Андрей Луцан. Ночью температура. Я понимаю, что, ну, такой момент нельзя проебать, как бы. Джо Би все-таки. Приезжаю, Володь, говорю, у меня температура. Он говорит, ничего никому не говорит. Типа профессионализм. Сделаем 3 упражнения на камеру. В итоге, блин, 7 упражнений в хлам. То же самое было. И выздоровел, да? Да, и выздоровел, реально. На следующий день просто как штырь. Я думал, слягу. Почему у меня отстает спина, плечи? Я когда начинал, не чувствуя их, как бы не любил тренировать. А ноги как бы проще простого пампить. Вот эти суперсеты, трисеты, обожал просто. Еще раз, в погоне все больше, больше, больше нельзя. Это тоже организм не железный. В твоей голове хочется. Организм живет другой жизнью. Поэтому я тебе еще очень внимательно, что мы сейчас делаем. То есть тебе нужно знать, когда остановиться. Ты сегодня пытаешься в этом же режиме сделать, что это не получится. Столько же такой же объем тренировочный, это не получится. Это будет насилие. Не, это другая история вообще. Да, поэтому всегда нужно сделать. Ты можешь и такие тренировки, как у тебя, это тоже имеет место быть. Ноги же выросли. Я ни в коем случае не говорю, что это было неправильно. Я просто тебе еще такой метод, да, когда, в принципе, ты видишь, что колени... Нет, спина нет, а ноги вау. Поэтому вот эта концентрированная работа, на эту концентрированную работу нагружать потихонечку, вот это уровень. И ко всему к этому будет подтягиваться спина, все будет подтягиваться. А если ты где-то форсируешь таким образом, что есть слабое место, как поясница, там, видишь, колени приходится бинтовать. Забинтованные колени, это же тоже кровообращение уходит. Пауэрлифтеры, да, раз, чтобы поднять, они раз поднимают. А ты же много раз делаешь, тоже не есть хорошо. Плюсом колено, оно тоже должно обогащаться кровью. Если ты его затягиваешь, оно же тоже должно принимать работу. Укрепляться должно быть. Вверх. Вниз. О. Работаем еще. Еще. Пятками дави. Носки, чтобы поднимались. Пяткой дави, пяткой. Колени вовнутрь. Еще. 3 раза. Раз. 2. Еще раз. Молодец. Насчет, кстати, ягодично. Вот, заметил, что зарубежные про тренируют прям очень часто. Есть место быть? Ну, типа, через день, каждый день. Не знаю. Не могу, я честно скажу, не могу тебе так сказать. У меня, например, в моей
практики, от больших приседаний, от жестких, если ты представляешь, ну, ягодицы очень сильно растут. Потом, мне кажется, что все-таки ягодицы, когда ты с большими весами работаешь, ягодицы у тебя работают и в жиме там, да, то есть, ну, сегодня, понятно, у тебя веса, то есть, там тебе веса явно не хватало. То есть, я даже где-то пытался тебя давить, потом уже в последнем подходе больше повесил, начал сбавлять, но веса там тебе мало. Также в приседаниях веса мало. То есть, сегодня ягодицы, конечно, они сейчас и не затронуты сильно, верно? Ну, потому что мы точно бьем. Точечно бьем, да. Если мы силовую тренировку сделаем, то пойдут ягодицы. Здесь нужно выбрать, какой путь ты выбираешь. Можно отдельно на ягодицы делать упражнения. Но если ты хочешь ягодиц добавить, тогда не нужно их к ногам приравнивать. Смысл такой крутой. То есть, как ты голень, например, берешь, может, голень и ягодицы делать. То есть, это такой момент. У каждого своя же физиология, что отстающая. Ты понимаешь, что тебе не хватает? Но я считаю, что, знаешь, маленькая жопа у мужика с точки зрения бодибилдинга, да, она эстетичная, говорит о том, что у нее ноги большие. Обычно так и есть. Понимаешь? Когда доминируют ноги, жопа маленькая. Да, поэтому нам задача наша, чтобы она была небольшая, но посеченная. Поэтому, как бы, я понимаю, у девочки другая задача, да, у мужика все-таки, блин, ну, мы же не хлебницу отращиваем. Это мой взгляд. Это вот реально я только вот за себя говорю. Вот, у меня с этим вообще вопросов нет. То есть, они у меня ягодицы росли, блин, там приседания. Но я приседал очень много. У меня приседания там далеко за 200 всегда были. На разы и там дальше, и за 300 переваливал. Ты на массаж ходишь? Раз в неделю. Что делают? Общий, но больше спина, плечи. Также из-за того, чтобы прогрессировать в них. Мне нравятся шорты, все выше и выше поднимаются. Скоро шорты превратятся в плавки. Да, они были вот здесь, блин. Сейчас просто не могу отпустить. Не, памп прям лютый вообще. И причем вот этого тошноты такой вообще отсутствует. Все, вот то, что мы должны, мышцы должны забиты, ЦНС должна быть по минимуму затронута. По минимуму, по минимуму. И в таких случаях, понимаешь, да, фарма, которую ты принимаешь, и там все добавки, которые, они идут только в мышцы. То есть ты не расстраиваешь себя внутренне. У тебя есть возможность с помощью этого анализировать, контролировать свои мышцы еще. И все, то есть вот в этом заключается весь профессионализм. Вперед на меня накладывай. Держи. Держать. Еще два раза. Еще раз. Та же самая тренировка, в принципе, это же твоя тренировка, да? То есть мы ничего не меняли, мы просто поменяли технику и вариации. Углы поменяли немножко, да, технику, концентрации больше, все. Чуть своей энергетики тебе добавил. Оператор тут, потому что камера всегда, знаешь, когда работает, она всегда интереснее. Есть 100%, да. Тебе, знаешь, камеру надо использовать не для медиа, а для мотивации. Да, еще один хотел спросить, что? Когда начинаю бицепс бедра делать, начинаются судороги. Причем постоянно. Я начинаю вот, знаете что, второй, третий, типа пол амплитуды начинаю, пока чуть-чуть отпустит, а потом добиваю. Особенность? Я думал, из-за того, что... У меня тоже первый подход, блядь, кровь из глаза там вообще. Тоже бывает, да, прям прожимаешь, она как будто режет, блядь. Смотри, что я хочу. Ногу приподними так, ногу в 90 градусов. Приподними в 90, видишь? И напряги здесь, напряженную держи. И просто коленом также отводи назад. Колено отводи вперед, а таз вперед. Да. Понял, да? Чем сильнее будет, смотри, видишь? Вот что я почему тебе говорю, колено оторвать там. То есть ты сразу будешь фокусироваться вот сюда. То есть у тебя как бедро сюда, сразу объем будет космический. Поэтому нам надо все равно поясницу растягиваешь максимально. То есть лежишь, не зажимаешь ее, поясницу взял руками, поясницу как бы... Растянул, да, как будто? Да, растягиваешь поясницу, но чуть-чуть импульс, не колени, а чуть-чуть импульс, как будто хочешь через амплитуду. Это как бицепс мы вот так прожимаем. Даже и ногу. Держи вниз. Давай, чемпион. Еще два раза. Еще раз. Молодец. Ты вот так придерживай, тебе нормально. Подожди. Братан, ты хоть скажи, я руку подставлю. Смотри, я предлагаю еще, давай сделаем два подходика и все. Потому что если ноги так отказывают, ну, я бы, честно говоря, немножко везде подсрезал. Да, но опять же, не зная тебя, ты сам здесь варьируй. Но сейчас тобой руководит сила воли. Головы, прислушиваться к телу больше. Оно будет более благодарно тебе. О, низ медленнее. Вниз держать. Вниз. Держи вниз. Вниз держать вниз. Еще раз. Что, хватит или разочек? Как скажете. Если парень с такой силой воли, как ты сказал, как скажете, надо заканчивать, я это уже понял. Ну, действительно, уже чувствуется, что даже, знаешь, когда я тебе помогаю и даже давлю вниз, оно же проваливается. Поэтому, чемпион, ты красавчик. Спасибо большое. С наступающим тебя Новым годом, брат. Взаимно. В Новом году, чтобы у тебя, ну, все было офигенно. Знаешь, вот чтобы так с легкой руки, тренировки в кайф, чтобы ничего не происходило такого, чтобы тебя вымораживало, чтобы твою машину больше не забирали.
Да, да. Все, твоим спонсорам огромный привет. Друзья, тренируйтесь, 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 тренируйтесь. Это процесс. Тренировка – это не просто прийти железо потягать. Тренировка – это тогда, когда вы анализируете свои чувства, анализируете свои возможности, способности, не перегибая. Этот вид спорта можно полюбить только тогда, когда вы здесь получаете колоссальное удовольствие, как сегодня. Да, центральная нервная система, она не подзагрузилась, а больше есть удовольствие от того, что ноги раздут. Ноги уже не могут, а сам, по большому счету, остаешься в полном сознании. Поэтому вот этот анализ, вот этот подход и любовь к делу приведет вас к результату, именно к тому, который вы хотите. Поэтому вам успехов, с наступающим Новым годом, всем удачи. Друзья, я довольный, потому что реально ноги в хлам, но при этом состояние ЦНС а-ля физическое, ну, в норме, можно сказать. Но ноги просто не слушаются, они уничтожены просто. Именно точечная работа над целевой мышцей. Поэтому я кайфанул, на самом деле, от тренировки. И когда, знаешь, вот приходишь и просто над процессом контролирует какой-то человек очень важный, ты просто работаешь и кайфуешь от этого. Это реально дорого стоит. Тренировка не сильно отличалась от того, что ты делаешь обычно, но тем не менее финал, наверное, немножко отличается, чем обычно. Почему? Слушай, с первого повторения что-то пошло не так, знаешь. То же самое вроде делаешь, реально. Небольшой, знаешь, просто углы меняешь, и работа, и история совсем другая абсолютно. То есть мышцы как будто, знаешь, шокированы. То есть не все по плану. И все, и пам, два раза лучше, знаешь. И наполненность просто бешено. Я на самом деле после первого, и второго, и третьего упражнения думал, когда же остановится памп, потому что раздувало настолько сильно, что я не мог согнуть ногу, и этот памп не прекращался до конца. Это говорит о том, что мы прям работали то, что нужно, понимаешь, то, что не так, что, знаешь, уже пампа нету, ноги истощены, можно сказать, такого не было. Мы прям дозировали, а-ля, знаешь, прям давали прям дозу равномерно. Так что было прям огромнейший кайф. Как тебе в целом работа с Александром? Шикарно, шикарно. Я бы с ним поработал, знаешь, чисто зарядиться вот этой энергетикой. А так работать с ним одно удовольствие, потому что это просто маэстро. Что за история с машиной? Я утром просыпаюсь, реально смотрю по навигатору, рассчитываю такое на чили, на расслабоне, настраиваюсь на тренировку. Выхожу, смотрю, машины нет, думаю, блядь, что, я ослеп, что ли? Я дошел до конца улицы, думал, реально у меня со зрением проблем. Смотрю, машины нету. К сожалению, сегодня эвакуировали. Я уже думал, а-ля, написать вам, отменить, короче. Но понял, что нельзя проебываться. Настроился на метро, на автобусе, потому что такси бы не успевал сюда приехать. И я здесь. Мы отработали все как нужно. Честно, уже вот эту утреннюю историю с машиной вот вообще отпустил, знаешь. Я сейчас с кайфом на метро доеду до машины, заберу ее и просто буду дальше кайфовать от этого дня. Так что я ни капли не пожалел, что я сегодня приехал сюда. Это реально лучший выбор, что я мог сделать. Прийти сюда, отработать, получить кайф. Вот и все. Продолжаю день. Так, ну какой вывод из сегодняшней истории тренировки мы можем сделать? Я могу сказать то, что тренируйтесь с лучшими. Прогрессируйте в тренировках, находите что-то новое. Реально, просто поменяли углы, какие-то нюансы, и работа совсем другая. Вроде то же самое, знаешь, то же самое разгибание, то же самое выпады, там, то же самое приседание, но чуть-чуть подход поменяли, чуть-чуть там, знаешь, на негатив, чуть-чуть медленное повторение, и это совсем другая работа. Организм просто не ожидал от этого, мышцы шокированы. То, что, в принципе, необходимо делать, вот иногда необходимо делать, что-то менять, именно в разнообразии нужно обязательно. Поэтому тренируйтесь с лучшими, обращайтесь к лучшим. Друзья, наш канал «Окситропин» набирает обороты. Сегодня тренировались мы с Александром Федоровым. Надеюсь, вам ролик понравится. Я уверен, что вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите в комментариях, какие бы ролики вы хотели бы видеть в дальнейшем. Мы обязательно посмотрим все комментарии и будем как бы двигаться в том направлении, в котором хотят наши подписчики. Поэтому рад был с вами сегодня потренироваться здесь, в Профи Пампе. До новых встреч, ребята! Thank you.